Многодетная семья Каратыгиных всегда за любое движение, поэтому Международный день защиты детей решили отпраздновать по-спортивному. В этом году они представляют команду предприятия «Белшина». На полосе препятствий Каратыгины – пример для подражания. Взяли первые места в персональных конкурсах для детей, пап и мам. У нас очень спортивный папа, и наша дочка занимается гимнастикой, поэтому мы вот нас пригласили сюда. Сразу волновались, конечно, и немножко не получилось, но потом пришли в себя, как говорится, сплотили. В эстафете под открытым небом «Папа, мама, я, спортивная семья» приняли участие команды Таима, ТДА, Фандока и Белшины. База отдыха Вербки в субботнее утро превратилась не только в площадку для состязаний, но и в место, где по-настоящему поддерживают. А еще любят вне зависимости от результата. Мы принимаем участие практически во всех конкурсах, во всех соревнованиях. В общем, мы активная семья. Мы стараемся вести активный и здоровый образ жизни. Спортивные родители – спортивные дети, а значит, здоровая и крепкая семья. Участникам в борьбе за победу предстояло испытать свои силы в нескольких видах, в том числе в игре в дартс, поднятии гири и прыжке через скакалку. За скоростью и выполнением всех условий следили судьи. На старт! Внимание! Марш! Трехчасовому состязанию в солнечный день сопутствовало все. Поддержка зрителей, плюсовая температура и позитивное настроение. Первое место досталось команде Фандока, семье Чурун. А наши герои Каратыгины взяли бронзу, но в следующем году намерены исключительно на победу. Мария Бересневич, Николай Силков, Владимир Гребеневич, Бобруйск 360.